Меня зовут Ева, мне 8 лет. Я уже взрослая, умная, самостоятельная девочка. Но немножко ребенок, так как люблю побаловаться и пошалить. Учусь в 3-м классе на отлично. И буду стремиться стать отличницей и закончить школу золотой медалью. Еще я ученица любимой киношколы «Нова мода». Успела сняться в главной и второстепенной роли с Кичкома «Легко и просто». Еще сыграла главную роль в кинопроекте «Варенье». Была ведущей в утренних рубрик на ТВ. Муз-ньюз и «Скоробнычка парад». Большим событием для меня стал конкурс «Мини Топ Модель Интернешнл», где я заняла титул первой «Мини Топ Модель». Еще я очень люблю танцевать. Обучают меня этому искусству в Литвинов Dance Studio. Также занимаюсь уроками английского языка. Ведь девушка должна быть не только красивой, но и умной. Мой кумир – это Ольга Фреймут. Когда я вырасту, я не только хочу с ней познакомиться, но и стать таким же профессионалом своего дела, как она. У меня была мечта, и недавно она сбылась. У меня появился младший братик, которого я очень-очень люблю. Теперь я старшая сестра и горжусь этим званием.